Всем привет, с вами снова Дмитриев, и сегодня мы попробуем новый формат. Возьмем огненную песню Славы Марлоу «Ты горишь как огонь», да и исполним ее в разных стилях. Пока делал видео, чуть не сломал пальцы, но это все равно было в удовольствие. Сам процесс был довольно увлекательным, да и получилось даже лучше, чем я думал. Это пилотный выпуск, поэтому если рубрика наберет обороты, будет еще больше стилей и интересных решений. Все, поехали! Ты горишь как огонь, огонь, а может это любовь, или это паранойя, ла-ла-ла. Ты горишь как огонь, огонь, ты горишь как огонь, это огонь, а может это любовь, или это паранойя, ла-ла-ла. Ты горишь как огонь, огонь, ты горишь как огонь, огонь, ты горишь как Мы стали реже видеться, мы стали больше ссориться. Надеюсь, все наладится, когда мы успокоимся. А ты мне нравишься, а ты краснеешь, когда злишься. Еще позлись, пожалуйста, ты тогда же симпатичней. Ты горишь, как агония, у меня агония. Это любовь или это паранойя? Ты горишь. Ты горишь, как агония. Ты горишь, как агония. У меня агония. Это любовь или это паранойя? Ты горишь, как агония. Мы стали реже видеться, мы стали больше ссориться. Надеюсь, все наладится, когда мы успокоимся. А ты мне нравишься, нравишься, а ты краснеешь, когда злишься.
позлись, пожалуйста. Ты тогда же симпатичный. Ты горишь, как агония. У меня агония. Это любовь или это паранойя? Ты горишь, как агония. Делитесь своим мнением в комментариях, я все читаю, если что. Стоит ли продолжать, какую песню можно взять следующей, что можно улучшить или ухудшить, вот, и все в таком духе. А в следующем видео с вероятностью 99,9% будет разбор по вокалу. А с вами был Дмитриев. Хорошего вам настроения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, записывайтесь на занятия, не забывайте про колоколец, ну и до следующего видео, естественно.